Энергетики региона активно готовятся к отопительному сезону. Без обязательных отключений горячей воды никак. Это необходимо для проведения ежегодных гидравлических испытаний системы. Параллельно продолжается замена изношенных и аварийных участков теплосети. Как ведутся работы в Пинске, узнавали наши корреспонденты. Лето для работников пинских теплосетей традиционно самая горячая пора. Кроме подготовки оборудования на тепловых электростанциях, в городе ведутся ремонт и реконструкция сети. На балансе Пинской ТЭЦ 3 теплоисточника и более 260 километров теплосетей. На обслуживании жилфонд, предприятия и организации социального назначения. Нагрузка существенная, поэтому и вложения соответствующие. На текущий период у нас запланировано более 5 миллионов рублей на все эти виды работ. Я говорю сейчас суммарно работы по ремонту, где протяженность, минимальная цифра на текущий год у нас запланирована более чем 5 километров 600 метров, если считать в однотрубном исчислении. Ну и где-то порядка километра 800 метров в однотрубном исчислении – это работы по реконструкции. Объект, попавший под реконструкцию в этом году, один из самых аварийно напряженных в городе – участок улицы Коржа. Последние годы здесь отмечалось большое количество прорывов. Реализация данного объекта предусматривает собой замена износившейся старой черной трубы на уже более современную предизолированную трубу с монтажом системы операционно-дистанционного контроля. То есть данная труба, уже у нее срок эксплуатации более 25 лет, и она подразумевает собой более надежную и безаварийную работу наших тепловых сетей. А значит, избавит от локальных раскопок в течение года в разных точках улицы. Протяженность тепловой сети, попавшей под замену, свыше 800 метров в однотрубном исчислении. Работы планируют завершить до конца лета. Их стоимость свыше 1 300 000 рублей. Кроме этого, энергетики продолжают локально менять уставшие участки теплосети по всему городу. Уже выполнены работы по 60 лет октября. Завершены работы частично по улице Центральной, Клещева. Сейчас активно ведут работы по улице Ясной и Центральной также. Мы будем менять сети на 3-й гимназии, на школе-интернате по улице Варенковой. Также будут заменены сети в Альбрехтово на Альбрехтовской улице ИПД и улице Сухой. Созданные неудобства – мера вынужденная, как отключение на время испытаний горячей воды. Они уже начались и продолжатся до конца следующей недели. Татьяна Будгусаим, Мария Кузьмина, Виталий Бартышевич, телерадиокомпания «Брест».